Ladies and gentlemen, our first bout of the evening. This is an M1 Challenge flyweight bout. Please welcome your first fighter to the cage from Switzerland, Federico Kurzweila. Все канаты. Ladies and gentlemen, from Georgia, Akaki Harava. Вот его соперник, чемпион Грузии по смешанным боевым единоборствам Акаки Харава. Также 20 лет этому парню, 167 сантиметров ростом, 3 профессиональных боя провел, 2 победы, 1 поражение, великолепный ударник. Ну, у нас вот такое, нас такое сейчас классическое противостояние ожидает борца и ударника. Ко мне присоединяется Станислав Харламов на комментаторской позиции. Да, здравствуйте, Александр, здравствуйте, уважаемые телезрители. Будем сейчас мы с самого начала наблюдать очень интересный, как уже Александр сказал, стилистически интересный бой. Акаки совсем недавно проявился с самой лучшей стороны на турнире в Китае, где он совершенно умопомрачительным ударом ногой с разворота нокаутировал своего китайского оппонента. Наверняка он постарается и сегодня что-то подобное сделать. Но удастся ли, посмотрим мы это. Увидим уже совсем скоро. Последнее приготовление перед выходом в рейдж. Георгий Кабулашвили дает капу своему бойцу, какие-то наставления, пожелания удачи. Да, вы, видимо, Александр, отметили, да, что Уго Цвиллера в углу Диего Давелла, который будет у нас, видимо, достаточно скоро выступать, два представителя команды First MMA Management. Ну, сегодня он еще просекундирует своего брата. Да, и брата будет секундировать, и Митчелла Силу. В общем, боев у нас сегодня предостаточно. Да, богатая, да, вот мы тут так подкрались к тому, что у нас действительно богатая сегодня программа ожидает, потому что лучшие спортсмены Финляндии, без преувеличения, собраны в этом карде, все сильнейшие бойцы ММА. Также тут и бывшие чемпионы M1 Challenge, такие как Михаил Заяц, Александр Бутенко присутствуют, и бойцы из Бразилии, чемпион титаны Сикки Джонсон здесь, и бразильцы. Ну, в общем, как да, обычно, да. Как обычно, карт подобран, насколько это можно было, исходя из того, что мы проводим бои в Финляндии, насколько максимально интересно. Ну да, мы видим уже первый его бой, и уже в нем достаточно, уже к первому бою достаточно много людей подтянулось. Зрителей будет. Ladies and gentlemen, this is an M1 challenge flyweight bout, and the main future fighter in the blue corner. This fighter is 20 years old. He weighed in at 56.7 kilograms. He stands 162 centimeters tall and has a record of 2 wins with 2 losses. Representing Switzerland, please welcome Federico Kurzweila. And now welcome his opponent in the red corner. This fighter is also 20 years old. He weighed in at 56.7 kilograms. He stands 167 centimeters tall and has a record of 2 wins and 1 loss. Representing Georgia, Akaki Harava. And ladies and gentlemen, your referee for this bout, Mikko Altonen. Представил нам еще раз Ян Фриман. Участников представил он рефери этого боя Микка Алтонена. Микка Алтонен, да, местный рефери. Насколько я знаю, сегодня большая команда рефери, именно работает сразу 4 человека. Да, сегодня как? А еще и пятый, это наш бессменный рефери Вячеслав Киселев сегодня занимает позицию главного судьи, да. Потому что Алексей Земсков не смог сюда приехать, бессменный главный судья последних лет. Итак, поединок, первый поединок начался. М1 Challenge 82 стартовал.
Видим, тут же Акаки бросается в бой. Да, сразу наносит хороший лоуки, хороший мидл, прихватывает его Гудсвиллер, пытается перевести в партер, и почти-почти удается это. Да, вот. Швейцарскому спортсмену нет, но здорово, здорово сконтрил. Хороший баланс, да, показывает, да. Сейчас Акаки вырывается, оказывается, сверху. Но это к этому стремился Гудсвиллер. Ну да, в общем-то, как... Гудсвиллер пытался перевести его, неважно, в какой позиции он окажется здесь. И сейчас, думаю, нужно ему что-то делать, свиповать, работать, пока мы видим, прижимает он соперника, пытается, может быть, закинуть ноги на треугольник, может, куда-то. Сейчас у него, если и когда есть хорошее для этого время, то именно сейчас, в начале боя, пока оба еще сухие. Ну, посмотрим, да, на уровень чемпиона Швейцарии по грэпплингу. Насколько я понимаю, насколько я помню, он является гражданином Швейцарии, и у него отец швейцарец, а вот мама у него, по-моему, бразильянка. Да, есть родственные связи из Бразилии, и этим объясняется то, что Давелло у него в углу. Да, и этим объясняется его любовь к бразильскому джиу-джитсу. Видимо, так сказать, молоком матери впитал. Да, и также его брат тоже сейчас в углу. Но пока мы видим, что нет большой такой активности. Харава опасается, видимо, атаковать в открытую, понимая, что может прилететь какой-то капкан. Швейцарец выжидает. Выжидает. Да, уже рефери предупреждает, что нужно работать. Потому что пока что ситуация достаточно патовая, никто не может из этого извлечь какие-то серьезные дивиденды. Ну, хороший, пытается, хороший. Сейчас Акаки отрывается, пытается бить, и тут же вот и тоже, пытается, да, пытается вот закидывать. Здесь мы видим Федерико. Вот он ждал там это, и руку берет на болевой. И все, да. И побеждает Федерико Гудсвиллер, да, болевым приемом. Неожиданно. Вот так вам укус москита оказался фатальным для Акаки, да, Харавы. Очень-очень-очень неплохое начало. Да, ведь Акаки прекрасно понимал, с какого уровня грэпплером он сейчас бьется. Не атаковал, вроде все старался, выжидал моменты. И только-только пошла добивающая серия, тут же Гудсвиллер закрутил свой болевой прием. Все очень произошло стремительно. Ну что ж, интересный этот парень. Наполовину бразилец, наполовину швейцарец. Показал хорошую технику грэпплера. Грэпплинга. И у нас есть первый победитель сегодняшнего турнира. Да, достаточно стремительно. Разочарован, видимо, Акаки, конечно, таким поворотом событий. Ну что ж, нельзя было оставлять ему без присмотра своего соперника. Чуть зазевался на секунду, это стоило ему победы. Да, и тут же сразу же все, дело было сделано. Ladies and gentlemen, after 4 minutes 59 seconds of the first round, we have a winner due to tap out to an armbar, Федерико Гудсвиллер! Ну, такая артистичный товарищ у нас этот Федерико Гудсвиллер. Так, чуть-чуть был он зажат некоторое время перед боем, видно было, что волновался на такой большой, да, арене, никогда не выступал. Да, и что он, да, горит, но все это, видимо, было обманчиво. А сейчас мы видим, да, облегчение, да, теперь все позади, можно теперь отдыхать ему спокойно. Ну что ж, поздравляем его команду, поздравляем First MMA Management. Вот, собственно, да, генеральный менеджер Люсиан Бакас и вся команда победителя вместе. Да, неплохо. First MMA Management начинает сегодняшний вечер. Еще у них два бойца сегодня. И да, хорошее начало положено. Ну, а Акаки и Георгию Кабулашвили сейчас нужно, конечно, переварить это все, сделать выводы. Ну, в принципе, да. Никак не может, да, угомониться. Никак не может, да, Гудсвиллер нарадоваться своей победе. Ну что ж, это прекрасно. 20 лет парню, эмоции все откровенные, все яркие. Да, карьера только начинается. И дай бог, будет еще долго. И думаю, вполне возможно, еще увидим мы этого парня на наш турнир. Да, мы сейчас в ожидании второго нашего поединка.